И всем привет, с вами Каиса, и мы продолжаем проходить Tomb Raider 1. Так, мы прошли первую миссию, и она у нас называлась Пещеры. Вторая миссия у нас называется Город Вилькабамба. Ну что ж, загружаемся. Так, мы забежали в эти ворота, у нас распахнулись впереди следующие. Так, давайте пробежимся. Вперед просто пробежимся. Тут нас со всех сторон сейчас волки атакуют. Так, отлично. Вроде от этих отбились. Еще есть. Так, давайте здесь побегаем. Посмотрим повнимательнее. Так, ага, здесь мышь засела. Так, а тут у нас еще мыши, еще мыши, еще мыши, еще мыши, еще куча, целая куча мышей. Какие нехорошие мыши. Так, тут у нас ничего нет. Так, здесь мы видим замок для ключа. Точнее, это какого? Для ключа, ну это. Ну да, замок. Так, здесь мы видим рычаг. Пока не будем его дергать. Побегаем здесь. Так, волк. А ну крыш отсюда. Так, убиваем волка, который здесь прятался. Так, и берем здесь маленькую аптечечку. Так, бежим дальше. Давайте направо свернем. Ну, тут вроде ничего нету, никого. А, вот мыши. Убиваем мышей. Так, и бежим дальше. Еще один волк. Убиваем волка. Так, и теперь давайте, мы сделали круг, давайте забежим вот. Медведь, иди от меня. Так, убиваем медведя. Да, в той пещере у нас был медведи на самом деле опасные враги здесь. Они много очень наносят урона нам. Так, вот здесь мы поднимаем маленькую аптечечку еще. Так, тут я ничего не вижу. Значит, и нету. Если я верю своим глазам, доверяю им. Так, а теперь давайте сплаваем вниз. Вот тут у нас бассейн. Первый раз нам предоставляется поплавать. Уже так вот, ну, рискуя своим здоровьем. Точнее, своим воздухом. У нас он уходит с каждой секунды. Так, и мы выплываем в большой зал какой-то. Так, поднимаемся. И что у нас тут? 4 змеиные головы. Что бы это могло значить? Ну, кто же его знает-то, что это могло? А, нет. Рано, я сюда заплыл. Рано. Плывем обратно. Так, плывем вот в тот угол дальний. Давайте, вот, видим мы впереди рычаг. Давайте его опустим. Отлично, опустили рычаг. Так, набрали воздуха. Так, и теперь плывем аккуратненько на ту сторону. Здесь у нас есть еще один рычаг.
Так, что он делает? Все правильно. Он открыл потайную дверь в том большом зале. Теперь мы плывем обратно в тот большой зал. Тот самый проходец. Да, это у нас уже вторая миссия. Здесь тоже есть секреты. Тут тоже вроде бы три. Так, где? Вот эта дверь. Так, ну вот, секрет номер один. Что у нас здесь? Что это такое у нас здесь? Что это такое? Вот. Какие-то патроны, да? Обоймы. Да, и маленькая аптечечка. Давайте взглянем на все это. Магнумы. Обоймы, две обоймы магнумов. Для магнумов. Вот как. Так, ну что ж, выплываем обратно, вот в тот люк, который я открыл там, где я набирал себе кислорода. И посмотрим уже там, что там у нас происходит. Так, ну да, вот сюда всплываем наверх. Так, это у нас секрет номер два. Ну да, такой вот секрет. Так, здесь у нас есть рычаг. Давайте его опустим. Рычаг нам просто позволяет выйти обратно. Так, а теперь бежим вот туда вот. К тому рычагу, который я ранее пропустил. Открываем. Открываем здесь дверь. Так, здесь у нас лесенка. Ну что ж, давайте подниматься тогда наверх по лесенке. Да, и нам нужно допрыгнуть вон в тот проходец. Так, жуткое, жуткое место. У нас там одни черепа нарисованы. Так, тут быстренько берем большую аптечечку. Ну, тут у нас были проваливающиеся платформы. Ну, ничего страшного не было, если бы не успели. Тут у нас есть блок выдвижной. Можно было бы его потом отодвинуть и просто спокойно залезть. Я просто не хочу терять время. И поэтому я успел сразу. Так, толкаем блок, толкаем, пока... Пока не увидим что-нибудь интересное. Так, дотолкали блок. А что мы видим? Летучие мыши. Так, а здесь у нас ключ. Да, здесь у нас ключ. Так, а здесь у нас... Что это такое? Давайте посмотрим. Серебряный ключ. Золотой идол. Вот оно как. Серебряный ключ и золотой идол. Ну что ж, залазим наверх. Мыши прям преследуют. Давайте вот тут в темноте возьмем большую аптечечку. Спрятали ее тут в темноте, понимаешь. Так, а вот тут у нас кристаллик. Давайте сохранимся. Почему бы, почему нет? Так, отлично, мы сохранились. Так, теперь бежим дальше. Так, мыши. Идите к черту, тупые мыши. Так, бежим по лестнике. И помните, у нас была дверь, где у нас была замочная скважина для ключа. Да-да, мы идем вставлять вот этот серебряный ключ. Вот сюда. Так, дверь.
Ага, дверь распахнулась. Здесь у нас дротики. А здесь у нас волки. Так, жив еще гад. Так, убиваем 5 волков в этом зале. Большой довольно-таки зал такой. Так, идем в левый проход. Он у нас открыт, благо. Поднимаемся по лесенке наверх. Так, здесь у нас бассейн. Ну, на него не обращаем ни внимания. В нем ничего нет. И у нас заиграла красивая мелодия. Божественная мелодия. Так, ну а мы поднимаемся наверх. Отлично, перепрыгнули на эту сторону и поднимаемся еще выше, еще выше и еще выше. Так, отлично, убиваем мышь. Так, здесь у нас маленькая аптечка есть. Подбираем ее. И здесь у нас рычаг. Открываем правую дверь. Так, а здесь у нас, собственно, надо осторожно спуститься. Ну, не так, конечно. Так было рискованно, но да ладно. Так, что это такое? Давайте глянем. Ага, это патроны для ружья. 2 патрона. Так, осторожно идем, аккуратненько. Так. Спускаемся на эту красную крышу. Так, и здесь у нас в дальнем углу еще одна маленькая аптечечка. Спрашивается, куда нам столько? Да нет. Все правильно здесь. Поверьте на слово, пригодится. Так, теперь идем в этот проход. Так, здесь осторожненько, быстро успеваем прыгнуть. Так, здесь, в принципе, тоже можно. Так, пусть одна платформа уйдет от нас. Забираемся наверх. Затем еще наверх. Так, теперь вот туда, в тот угол. Так, ну можно и так вот. Так, а теперь вот в тот проход. Там у нас еще подъем будет. Так, мышь пошла отсюда. Так, и забираемся по лесенке. Куда мы забираемся? Так, здесь у нас рычаг есть. Давайте его опустим. Так, у нас открылась центральная дверь. Так, давайте сохранимся. Отлично. Теперь спускаемся аккуратненько вниз. Аккуратненько. Так, теперь еще ниже. И у нас центральная дверь. Вот она. Идем сюда. А, осторожно идем. Мы не знаем, что нас ждет. А у нас вот такие вот качающиеся лезвия. Да-да. Нам нельзя никуда торопиться, потому что очень опасно. Нужна предельная концентрация и внимание. Нужно быть ко всему готовым. Так, здесь у нас рычаг. Оп! Рычаг-ловушка. Мы упали в воду. Ну что ж, хорошо, что в воду, а не на шипы какие-нибудь, правильно? Так, а теперь плывем вот в этот проход. Вот.
Так, здесь у нас кто-то зарычал. Кто бы это мог быть? Кто рычал, я спрашиваю. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь рычаг есть. Давайте его опустим. Так, у нас открылась дверца. Отлично. Так, и мы продолжаем. Мы открыли ту дверцу. Где-то здесь внизу. Так, а здесь нам нужно быть предельно внимательным. Да, нас здесь уже поджидает Мишка. И он нас хочет оттяпать что-нибудь. Так, давайте его как-нибудь подманим, чтобы Лара спокойно могла в него прицелиться. Медведь, ты где? Куда пошел? Я тут. Медведь. Ау. Медведь. Выходи на охоту. Давай, медведь. Я ж тебя жду. Все тебя ждут. Блин. Хитрый медведь попался. Не хочет показываться. Ну, медведь. Ну, ё-моё, ну, медведь, ну где же ты? Так, убежал наш Мишка куда-то. А, вот ты где. А ну иди сюда, паразит такой. Сюда иди, говорю. Так, быстро залазил. Ну, где ты? Так. Медведь не выходит в наше поле зрения. Это печально. Ну ладно, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так, значит, будем действовать предельно внимательно. Все, кончился наш Мишка. Так, а мы вот тут бежим в проход. Да, у нас тут такой проход есть, лесенка. Поднимаемся по ней. И у нас тут справа есть еще один проход. Это у нас третий секрет. Так, что у нас здесь? Что это такое? Давайте посмотрим. Обоймы для УЗИ. УЗИ — это у нас такой израильский автомат, кто не знает. Вот, и мы нашли обоймы для него. Но самого УЗИ у нас нет. Так же, как и магнумов. Так, давайте опустим здесь рычаг. Ну, этот рычаг останавливает, ну, этих раскачивающиеся лезвия. Так, а теперь спрыгнем в воду. И можно подниматься. Так, вот, дверь мы открыли, а тут у нас отверстие есть для чего-то. Как раз для нашего золотого идола. Вставляем идол. И у нас открывается еще одна дверь. Бежим вперед. Отлично, миссия пройдена. 29 убито, 13 найдено предметов, секреты 3 из 3. Так, сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих миссиях. Пока-пока.